У каждого человека есть инстинкт. Помогать другому. Если путник заблудится в горах, люди организуют поиски. Если землетрясение разрушит город, из всех уголков мира начнет поступать помощь. Этот инстинкт присущ всем народам. Без исключения. В половине пятого утра наши спутники обнаружили, что песчаная буря на Марсе приближается к базе программы Арес-3. Буря усилилась до высшей степени опасности. И нам пришлось свернуть программу. Но в ходе эвакуации... астронавт Марк Уотни погиб. Я пишу это в борт-журнал для истории. Я Марк Уотни. Я еще жив. Да, как видите. У меня нет связи ни с землей, ни с ребятами по команде. А если бы даже была, корабль доберется до меня лишь через 4 года. Жизненные ресурсы базы рассчитаны на 31 день. Короче, я в такой засаде, что остается только одно. Попробовать вылезти из этого дерьма с помощью науки. Итак, прикинем. Мне надо вырастить урожай на планете, где не растет ничего. Но если я не найду способ связаться с НАСА, все это будет бессмысленно. Хьюстон, внимание! Мы получили видеосообщение, адресованное экипажу. Включите. Вы видите это? Бог ты мой! Марк Уотни жив. Мы прилетим за тобой, Уотни. Но завидуй, Нил Армстронг. Мы его бросили. Ну так летим за ним. НАСА запретило это делать, а значит, это не подчинение приказу. Если мы вовремя не дополучим припасы, мы погибнем. Если мы не справимся с гравитационным маневром, мы погибнем. Это космос. Он недружелюбен. И значит, обязательно в какой-то момент все пойдет наперекосяк. И ты скажешь, ну все. Мне конец. Есть ли вероятность, что он еще жив?